Здравствуйте! Вы на канале Вяжем Жанной. И сегодня я к вам с новым мастер-классом. Штанишки на возраст 3-6 месяцев. Я вам покажу, как связать росточек, так как детишки еще в этом возрасте в памперсе, как связать росточек, как вывязать ластовицу и сшить ее трикотажным швом. Также я покажу, как связать двойную резиночку. Начнем сразу же вязать двойную резиночку. И покажу подробно, как вывязать дырочки в патентной резинке. Это бывает проблематично, но покажу небольшой такой способ. И у вас все получится. Вы ставите без труда шнурочки. Что еще? Манжетики я сшивала иголочкой, чтобы край красивый был, да, но если вы не умеете или не любите сшивать иголочкой, можете закрыть простым способом, как вы привыкли, чтобы вас это не останавливало, не пугало связать такие модные штанишки. Рисунок очень простой, как вы видите, вяжется прямо легко, запоминается легко. Вы провяжете первый раппорт, а дальше вы уже самостоятельно без подсказок будете уже вязать. Очень легко вяжется. Что еще? Смерю, наверное, сколько сантиметров. Так, значит, сама резиночка вот от этого края, да, будем мерить. 6,5. Потом высота сиденья от резиночки до ластовицы с мерию, сколько высота сиденья будет, 14. Потом с мерию полностью от начала до ластовицы, ну и с ластовицей вместе, 23,5. Высота шага загнутым манжетиком будет у нас от ластовицы с манжетиком 20 загнутым, да. Сейчас скажу, сколько манжетик сантиметров, чтобы вы примерно представляли, что будете вязать. 9 сантиметров ширина, да. Давайте ширину еще померяем. Ширину, высоту сиденья вам неправильно смерила. Ее по спинке мерить нужно. Ширина 29. Так, по спинке, значит, у нас высота сиденья до ластовицы. Тут у нас росточек провязан еще. Значит, 15,5. Ну, а с росточком будет 19. Вот примерно такие сантиметры. Если вам все подходит, вяжите смело, присоединяйтесь. Постараюсь очень подробно все показывать, потому что в основном еще и новички это все вяжут. Поэтому я стараюсь все очень подробно показывать. Но если что-то вот не получается, спрашивайте, обязательно вам всем отвечу, подскажу. Ну все, присоединяйтесь. Пряжу я выбрала Ализе Happy Baby Soft. Здесь в 100 граммах 330 метров. Состав 65% акрила, 35% полиамид. Спицы здесь рекомендую 3-4. На резиночку я выбрала спицы номер 3,5, а для основного узора спицы номер 4,5. Также нам понадобятся маркеры. Вязать будем в два сложения. Вот схема узора. Вот она.
Сделайте себе скриншот. Также пустые клеточки это обозначают лицевые, точки означают изнаночные. Штанишки будем вязать на 3-6 месяцев. Вот эти вот сантиметры, они взяты из интернета. У каждого ребенок индивидуален, поэтому или вяжите по моему МК, или меряете своего ребеночка, высчитываете свои сантиметры. Итак, начнем. Обхват талии 46 сантиметров, высота шага 14 сантиметров, высота сидения 16 сантиметров, длина изделия 36 сантиметров. Я связала образец. И у меня по образцу вышло, что в 10 сантиметрах у меня получилось 20 петель. Это в одном сантиметре будут 2 петельки. Умножила на обхват талии, который у нас 46 сантиметров. Вот они. Это получилось 92 петли. Вот 92 петли. Раппорт узора у нас составляет 6 петель. Значит, я еще добавляю 4 петли. Набирать будем 96 петель. После резиночки будем вязать поворотными рядами. Это называется росток. Позже я объясню, как им пользоваться. Давайте приступим в начале резиночки. Начнем с резиночки. Берем нить в два сложения. Я буду вязать от двух клубков. Берем спицы номер 3,5. Набираем 96 петель плюс одну петлю для соединения края. Набираем обычным способом. Набрали 97 петель. Здесь можно завязать петельки. Одну спицу вытягиваем. И вытягиваем в середине тросик. Вытянули, подправляем все петельки, чтобы вот внутренняя косичка шла она прямо, не перевернутая. Смотрите, чтобы по кругу получилось у нас потом. Так, все проверили. Теперь замыкаем в круг, берем ниточку от клубка, первую петельку провязываем, провязали, а предыдущую на правой спице петельку протягиваем через провязанную. Все. Подтягиваем здесь все. Все, замкнули. Теперь можно повешать маркер для обозначения ряда и вяжем установочный ряд, лицевая, изнаночная. Это установочный ряд, провязывайте его самостоятельно. Лицевая, изнаночная. Далее будем вязать патентную резинку. Патентная резинка состоит у нас из двух рядов. Вяжем первый ряд. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем нить перед работой.
и так до конца ряда. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем нить перед работой. Вяжем до конца ряда, лицевую провязываем, изнаночную снимаем нить перед работой. Провязали первый ряд патентной резинки, вяжем второй ряд. В первом ряду мы лицевую провязывали, изнаночную снимали. Во втором ряду будем лицевую снимать, изнаночную провязывать. Лицевую снимаем нить за работой. Изнаночную провязываем за заднюю стенку. Лицевую снимаем нить за работой. Изнаночную провязываем за заднюю стенку. И так до конца ряда. Вяжем второй ряд патентной резинки. Лицевую снимаем нить за работой, изнаночную провязываем за заднюю стенку. Все, я провязала два ряда патентной резиночки. Продолжайте чередовать первый и второй ряд патентной резинки. Примерно вот столечко. Позже я вам скажу, сколько я провязала рядов. Потом будем провязывать дырочки под шнурочек. Я провязала еще 10 рядов патентной резинки. В общем, у меня 12 рядов получилось. И теперь будем провязывать дырочки под шнурочек. Провязываем 43 петли. Также продолжаем все вязать патентную резиночку. Провязываем 43 петли. У меня следующий ряд. Лицевую провязывать, изнаночную снимать. Я, в общем, провязываем 43 петли патентной резинкой. Провязали. Теперь делаем 2 витка. 1, 2. Вяжем 10 петель патентной резинки. Изнаночную в этом ряду снимаю, лицевую провязываю. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязала 10 петель и снова делаю 2 витка. 1, 2. И продолжаю до конца ряда довязывать патентную резиночку. Довяжите до конца ряда, начнете новый до первых двух витков. Вот мы дошли до витков, довязали, ниточку вперед перекидываем, и вот эти витки нужно переснять на правую спицу. Один виток и второй виток. Ниточку возвращаем и довязываем до следующих витков. Снова довязали до двух витков, снова ниточку вперед, витки перекидываем на правую спицу, один и сразу второй, перекинули, ниточку возвращаем. Довязываем снова ряд патентной резиночки и начинаем следующий ряд, до витков вяжем. Все, довязали снова до двух витков. Так, у нас тут лицевая, значит, следующий виток вяжем изнаночной, не перекрещивая.
снимаем один виток и следующую петельку вяжем лицевой, тоже не перекрещивая, и продолжаем патентную резиночку. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Снова дошли до двух витков. Так, у нас закончилась лицевой, значит, первый виток мы провязываем изнаночной, второй виток провязываем лицевой. Все, довязываем снова до начала ряда, начинаем следующий ряд, до витков вяжем. Все, довязали до вот этих провязанных витков, два витка, которые мы провязывали, ниточку вперед, и эти вот две петельки просто переснимаем на правую спицу, ниточку возвращаем. Так, довязываем снова до двух петель. Вот снова мы дошли до двух витков, которые провязали, ниточку вперед, перекидываем эти две петельки на правую спицу, ниточку обратно и довязываем круговой ряд. Довязываем круговой ряд и начинаем следующий. Вот одну петельку не довяжите до двух, вот где витки мы провязывали, одну петельку до них не довяжите. Теперь вот эту лицевую мы развернем стеночки вот так, да, и провяжем со следующей петелькой вот эту лицевую с одним витком, который провязанный у нас, провязываем 2 вместе. Мы сейчас должны убавить 2 петельки. Все, следующую изнаночную мы снимаем нить перед работой. Сняли. Далее у нас снова стоит изнаночная и лицевая. Изнаночную разверните стеночку вот так. И вот эту лицевую и изнаночную провяжите 2 вместе. Провязали. И заканчиваем, ну, до следующих двух витков провязанных вяжем. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Снова не довязали одну петельку, вот она, вот два витка провязанных, и вот петелька, которую перед ними не довязываем. Эту лицевую мы разворачиваем и 2 вместе петельки провязываем. Изнаночную снимаем нить перед работой, эту изнаночную разворачиваем стеночкой и 2 вместе провязываем изнаночную лицевую. Захватываем так вот снизу 2 петельки и провязываем как одну. Все, и заканчиваем круговой ряд. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Заканчиваем самостоятельно. На этом формирование дырочек закончилось. Теперь вяжите по кругу патентную резиночку 12 рядов. Здесь мы вязали 12 рядов.
После формирования дырочек также провяжите еще 12 рядов. Количество рядов вы, конечно, сами можете выбирать, но раз уже начинаем, так вот, вяжите по кругу патентную резиночку. Все, резиночку мы провязали. У меня получилось так 6,5 сантиметров, так можно сказать, да, 6,5 сантиметров. Теперь мы будем вывязывать росточек. Нам нужно разделить полотно пополам. У нас 96 петель, но нам нужно также, чтобы вот эти вот дырочки под шнурочки были ровно спереди. Так, вот у нас начало вязания. Вот у нас хвостик ориентир. Вот у меня начало вязания. Значит, если 48 это пополам будет, это 24 петли, значит, в эту сторону нужно провязать. 24 петли в эту сторону, 24 петли в эту сторону. Отмеряем, это будет 48 петель. И спереди останется 48 петель. Переходим на спицы номер 4,5. Провязываем лицевой гладью 24 петли. Так, провязываем самостоятельно, просто лицевыми петельками 24 петли. Провязали 24 петли, вешаем маркер. Это у нас мы отмеряем половинку на спинке. Теперь провязываем 48 петель, 48 передних петель, вешаем маркер тоже лицевыми петельками. Все, 48 петель провязали. Это передняя часть, видите, у нас дырочки здесь под шнурочек. Вешаем маркер. Росточек будем вывязывать по спинке, и давайте сразу же повешаем маркеры, сразу же распределим. Провязываем 5 петель, вешаем маркер, снова 5 петель, вешаем маркер, 5 петель, вешаем маркер, 18, вешаем маркер и так далее. Сейчас вяжем 5 петель лицевыми, довязываем эту спицу, да? 1, 2, 3, 4, 5, вешаем маркер. Вот эти мы провязали петельки, повешали маркер. Следующие 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вешаем маркер. Второй маркер мы повешали. Снова вяжем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вешаем маркер. Сейчас вяжем 18 петель. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Спицу номер 3,5 можно убрать. Десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вешаем маркер. Провязали 18 петель и по 5 теперь у нас идет. 1, 2, 3. 4, 5, вешаем маркер, 1,
2, 3, 4, 5. Снова вешаем маркер. И вот у нас 5 до середины полотна, так сказать. И вот эти вот 5 петель у нас маркер уже висит. Их довязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Маркер перекидываем. Все, петельки мы распределили. Теперь нам нужно провязать петли переда, дойти до этого маркера. Дальше покажу, как. Провязываем эти петельки самостоятельно, лицевой гладью. Довязали до маркера. Маркер перекидываем. Теперь будем вязать поворотными рядами. Вот сейчас провязываем. Что такое с камерой? Сейчас провяжем эти 5 петель, следующие. Провяжем 18 петель и захватим вот эти 5 петель. Развернемся, провяжем снова эти 5 петель, 18 петель и захватим следующие 5 петель. Потом снова развернемся, пойдем в другом направлении, проходим 18 петель, эти провязаны 5 петель и захватываем следующие 5 петель. Снова разворачиваемся, снова проходим по этому кругу, захватываем следующие 5 петель. И разворачиваемся. И вот такими поворотными рядами мы будем вывязывать росток. Сейчас провязываем 15 петель, следующие 18 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Маркер перекидываем. Вторые 5 провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Маркер перекидываем. Следующие 5. 1, 2, 3, 4, 5. Маркер перекидываем. Сейчас вяжем 18 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Маркер перекидываем. Вяжем вот эти 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Разворачиваем вязание. Развернули. Сейчас будем вязать в обратном направлении. И чтобы не образовалась дырочка, вот эту петельку изнаночную мы снимаем. Вот ее сняли, да? Ниточку обратно закинули, натянули эту петельку, у нас образовалось 2 петли. Все. Подтянули хорошенечко и вяжем в обратном направлении. Проходим эти 5 петель, 18 петель и захватываем следующие 5 петель. Сейчас мы в изнаночном ряду, значит, вяжем изнаночными петельками. 5 петель мы прошли, маркер перекинули. 18 петель вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Маркер перекидываем. Сейчас провязываем вот эти 5 петель.
Вот они. Один, два, три, четыре, пять. Провязали. Вязание разворачиваем. Чтоб не образовывалось дырочки, мы первую петельку снимаем и закидываем как к себе, натягиваем, и у нас образовалось 2 петли. Подтянули и вяжем в обратном направлении. Снова провязываем эти 5 петель, 18, и следующие 5. 1, 2, 3, 4. Пятая у нас вот она. Провязали. Маркер перекидываем. Вяжем 18 петель. Провязали 18 петель. Вяжем эти 5 петель. Маркер перекидываем. 1, 2, 3, 4. И вот пятая у нас идет с накидом, который мы делали, натягивали ниточку. У нас образовывалось 2 петли. Вяжем лицевой. Снизу заводим спицу. Прокалываем через 2 петли. И эти 2 петли провязываем как одну. Все. Вяжем следующие 5 петель. Вот эти. Маркер, ну, я оставлю. Можете, если не запутаетесь, можете убрать. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали эти 5 петель. Разворачиваем. Первую петельку снимаем. Вот, сняли ее. Ниточку закидываем назад. Натягиваем, чтобы образовалось как 2 петли. Подтяните. И в изнаночном ряду вяжем изнаночными петельками. Маркер тут тоже перекидываем. Вот маркер перекидываем. Теперь вяжем 18 петель. Провязали 18 петель, маркер перекидываем. Теперь вяжем вот эти 5 петель и захватываем следующие 5 петель. 1, 2, 3, 4. Пятая у нас идет с накидом. Ее провязываем как изнаночную, ниточку вперед и спицу заводим снизу. Снизу захватываем. Не сверху прокалываем, а снизу. Вот так вот снизу заводим под обе петельки. Вот таким образом. И провязываем как одну. Все. Маркер перекидываем. Вяжем следующие 5 петель. Один, два, три, четыре, пять. Провязали. Разворачиваемся. Первую петельку снимаем. Ниточку вперед закидываем. Натягиваем, чтобы образовалось 2 петли.
идем в обратном направлении. Вяжем лицевую гладью. Проходим эти 5 петель, маркер перекидываем. Следующие 5 петель. Маркер перекидываем. Далее у нас идет 18 петель. Провязали 18 петель, маркер перекидываем, провязываем по 5 петель, которые 2, 3, 4, 5, маркер перекидываем, 1, 2, 3, 4, 5 у нас идет с накидом. Лицевая, снизу заводим спицу по 2 петли, провязываем как одну, вяжем следующие 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5, разворачиваем. Первую петельку снимаем. Вот сняли, ниточку закидываем, натягиваем, чтобы получилось 2 петли, и идем в обратном направлении. Маркер перекидываем. Снова маркер перекидываем, следующие 5 провязываем, маркер перекидываем, вяжем 18 петель. Провязали 18 петель, теперь переходим на 5 петель, тоже их провязываем. Провязали, маркер перекинули, следующие 5, 2, 3, 4. И 5 у нас стоит с накидом здесь, изнаночная петля, значит мы ниточку вперед и изнаночную петлю снизу заводим спицу, снизу под 2 петли просунули серединку спицу и провязываем как изнаночную. Все, убавили, маркер перекидываем и вяжем следующие 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5. Все, маркер перекидываем, можно ее ставить. Разворачиваемся. Первую петлю снимаем. К себе ниточку натягиваем, чтобы образовалось 2. И вяжем в обратном направлении. Мы с вами провязали уже вот эти 5 петель и эти 5 петель. Росточек мы уже закончили. Вяжем сейчас в обратном направлении по кругу.
Давайте провяжем этот рядочек. В принципе, маркеры можете убирать уже, они как бы ни к чему. Все, мы провязали росточек с вами. В общем, провязываем. Так, здесь у нас еще один накид будет, и с этого края накид. Давайте я помогу вам. Так, проходим эти 18 петель. Дошли до 5 петель. Три, четыре, вот пятый у нас снова стоит двойная, да, с накидом. Снизу заводите спицу, провязывайте как одну. Так, это у нас будет серединка полотна. Так, в общем, довязывайте сейчас самостоятельно до этого маркера. Это вот серединка у нас будет, да, вот, вот маркер и здесь маркер. Это у нас будет серединка переда. Все, росточек мы вывязали. Давайте я смерю, сколько сантиметров росток. Вот 4 сантиметра у нас росточек. Вот так он выглядит. Все. Маркеры так и оставьте, чтобы у нас, чтобы мы не путались, чтобы середина полотна была. Нам потом пригодится для вывязывания ластовицы, чтобы мы потом не высчитывали, чтобы и вот дырочки равномерно было, и чтобы росточек равномерный был, чтобы мы потом не запутались. Эти маркеры держите, не убирайте. Теперь переходим на сам рисунок. Первый ряд у нас идет лицевой, вот условное обозначение у нас вот идет первый ряд лицевой. Первый ряд провязываем самостоятельно по кругу лицевыми петельками. И не забывайте, что у нас здесь идет петелька с накидом. Снизу заводите, как обычно, снизу заводите спицу, провязываете как одну петельку. Подтягивайте хорошенечко и продолжайте вязать лицевыми. Все, вяжем круговой ряд. Первый ряд мы провязали, вяжем второй ряд. Второй ряд у нас идет 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые. В общем, чередовать 3 лицевые, 3 изнаночные. Один, два, три, три лицевые, три изнаночные. Один, два, три. Продолжаем до конца ряда. Провязали второй ряд, вяжем третий ряд. Третий ряд у нас идет лицевые. Круговой ряд вяжем лицевыми самостоятельно. Провязали третий ряд, вяжем четвертый ряд. Четвертый ряд будет 3 лицевые, 3 изнаночные по всему кругу. Три лицевые, 1, 2, 3,
3 изнаночные, 1, 2, 3. Вяжем до конца ряда. Провязали 4 ряд, вяжем 5 ряд. 5 ряд у нас идет лицевые. Лицевой ряд провязываем по кругу самостоятельно. Провязали 5 ряд, вяжем 6 ряд. 6 ряд. 3 лицевые, 3 изнаночные. Так до конца ряда. 3 лицевые, 1, 2, 3. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Вяжем по кругу до конца ряда. Провязали 6 ряд, вяжем 7 ряд. 7 ряд у нас идет лицевой. Вяжем по кругу лицевыми петлями. 8 ряд. 8 ряд вяжем 3 лицевые, 3 изнаночные по кругу. 3 лицевые, 1, 2, 3. 3 изнаночные, 1, 2, 3. Вяжем до конца ряда. Провязали. Вяжем 9 ряд. 9 ряд у нас идет полностью лицевой. Вяжем лицевыми петельками по круговому ряду. Провязали. Вяжем 10 ряд. 10 ряд у нас идет 3 лицевые, 3 изнаночные. 1, 2, 3. 3 лицевые, 3 изнаночные. Вяжем по кругу до конца ряда. 11 ряд. 11 ряд вяжем все петли лицевыми. Провязали. Вяжем 12 ряд. 12 ряд у нас идет 3 лицевые, 3 изнаночные. Так до конца ряда. 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 изнаночные. 1, 2, 3. Продолжаем до конца ряда. Провязали, вяжем 13 ряд. 13 ряд у нас идет весь лицевой. Вяжем лицевыми петельками до конца ряда. Провязали лицевой ряд, вяжем 14 ряд. 14 ряд у нас теперь рисунок будет смещаться. Теперь мы будем начинать с 3 изнаночных и продолжать 3 изнаночные, 3 лицевые. Рисунок смещаем. Начинаем с 3 изнаночных. 1, 2, 3. Вот над лицевыми мы вяжем 3 изнаночные. И 3 лицевые. 1, 2, 3. Теперь вот эта вот лицевая дорожка у нас пойдет вот по этому ряду. Продолжаем вязать 3 изнаночные, 3 лицевые. И продолжаем все то же самое, но я закончу с вами раппорт узора. Вяжем теперь 15 ряд. 15 ряд у нас идет лицевой. Вяжем круговой ряд лицевыми петельками. 16 ряд. 16 ряд вяжем 3 изнаночные, 3 лицевые. 3 изнаночные, 1, 2, 3. 3 лицевые. 1, 2, 3. Повторяем до конца ряда. 3 изнаночные, 3 лицевые. 17 ряд. 17 ряд у нас идет лицевой. Вяжем круговой ряд лицевыми петлями. 18 ряд. 18 ряд вяжем 3 изнаночные, 3 лицевые. 1, 2, 3, 3 изнаночные, 3 лицевые. 1, 2, 3. Вяжем по кругу 3 изнаночные, 3 лицевые. 19 ряд.
19 ряд у нас снова идет лицевой. Провязали лицевой ряд, теперь вяжем 20 ряд, вяжем 3 изнаночные, 3 лицевые по кругу. Три изнаночные, 1, 2, 3, 3 лицевые, 1, 2, 3. Вяжем до конца ряда, 3 изнаночные, 3 лицевые. 21 ряд. 21 ряд у нас идет лицевой. Вяжем лицевыми петельками. 22 ряд. 22 ряд вяжем 3 изнаночные, 3 лицевые. До конца ряда. 1, 2, 3. 3 изнаночные, 3 лицевые. 1, 2, 3. Вяжем круговой ряд. 23 ряд. 23 ряд у нас снова идет лицевой. Вяжем лицевой ряд. 24 ряд, последний. Вяжем 3 изнаночные, 3 лицевые. Три изнаночные, 1, 2, 3, 3 лицевые, 1, 2, 3. Вяжем до конца ряда 3 изнаночные, 3 лицевые. Потом раппорт узора будем повторять с первого ряда. Первый ряд у нас идет лицевой. Далее все то же самое, что вот я вам с вами провязала. Вот такой вот рисуночек получается. Это вот как по спинке. Вот мы с вами вывязывали росточек и потом переходили на узор. Вот так вид спереди будет. Вот такой простой узор. Штанишки уже получаются поинтереснее. Вяжем дальше самостоятельно. Позже я вам скажу, сколько я еще рядов провязала. Я провязала еще 12 рядов. Это вот у меня таких вот лицевых дорожек 1, 2, 3 получилось, так? Давайте теперь смерим. Вот у нас высота сиденья 16 сантиметров. У меня немножко побольше, ну, высота сиденья сзади измеряется. Мы еще вывязывали росточек, и у меня получилось, немножко вытянем, 17 сантиметров. А спереди у нас поменьше. Вот, ну, от резиночки, естественно, меряем. От резиночки тоже чуть-чуть вытяну. Ну, 15 с половинкой. Тут совсем, видимо, вытянула. 15. Так, ну все. Теперь будем вывязывать ластовицу. У нас полотно мы делили на две части. Так, вот это передняя часть у нас. Вот этот маркер, это у меня обозначение, что здесь половинка, так. Отсчитываем вот одну сторону, еще делим пополам. У нас одна сторона 48 петель. Значит, отсчитываем 24 петли, вешаем маркер. Так, у меня вот ниточка здесь, значит, мы будем уже вязать, начинать здесь. Это будет у нас, где вывязывали росточек, это будет у нас как начало ряда получается. Значит, отсчитываем здесь 24 петли, вешаем маркер. Я такой двойной повешу. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, вешаем маркер. Вторая сторона тоже должно быть у вас 24 остаться. Этот маркер можно убрать. Я буду отсчитывать с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вешаем маркер. Все, разделили по полотно, и теперь будем вывязывать ластовицу с этой стороны и с этой стороны, с двух сторон. Сейчас по рисунку вяжем до этого маркера. По рисунку у меня 13 ряд, он идет весь лицевой. В общем, вяжем лицевыми петельками до этого маркера. Довязали до маркера, вешаем снова маркер. Сейчас будем делать прибавление. Прибавление будем делать через один ряд. Всего нам нужно прибавить, чтобы между маркеров появилось 9 петель. Как мы будем делать? Сейчас нам нужно будет прибавить 3 петли, а в дальнейшем мы будем прибавлять только по 2 петли. Вот эта петелька провязана у нас, значит, ниже вот захватываете, ниже перемычку вот эту захватываете и провязываете лицевой. Далее, следующую перемычку, так, тут у нас получится дырка, значит, вот пониже вот так захватите, нужно сделать так, чтобы не образовалось дырочки. Вот так пониже захватите, закиньте на спицу и провяжите перекрещенной. Провязали. Теперь следующую перемычку берем от петельки, которая на спице. Вот так захватили, закинули на спицу и провязали лицевой. Вот, мы прибавили 3 петли. Маркер снова перекидываем и продолжаем вязать по рисунку. По рисунку все лицевые. 13 ряд продолжаем. Продолжаем вязать до следующего маркера. Вот, до этого маркера. Снова довязали до маркера. Вешаем маркер. Вот таким образом. Захватываем перемычку. У петельки захватили, провязали лицевой, следующую захватываем пониже, которая вот таким образом захватываем, провязываем лицевой, и у этой спицы, у петельки, у боковой тоже забираем перемычку, закидываем на спицу и провязываем лицевой. Мы прибавили 3 петли. Ластовицу будем провязывать только лицевыми петельками. Рисунок там можно не соблюдать. И довязываем ряд. 13 ряд идет у нас весь лицевой. Вот начало ряда у меня, вот видите, я как обозначаю? Ну, проволочкой, да? Вы можете, если у вас круговые спицы коротенькие, то можете повешать на начало ряда тоже маркер какой-то, чтоб отличался от... Ну, эти уже, конечно, видно, что здесь ластовица. Ну, так сделайте, чтобы вам не путаться. У меня вот так обозначается ряд. Все, у меня ряд закончился. Я начинаю следующий ряд. Вот здесь у меня шел 13 ряд, значит, я уже начинаю 14 ряд. Вяжем до этих маркеров. Соблюдаем рисунок.
снова дошли до маркера, маркер перекидываем, и теперь во всех последующих рядах будем прибавлять. Так, подождите, мы прибавки сделали, следующий ряд прибавки будем делать через ряд. Этот ряд, значит, мы довязываем до начала, весь круговой ряд мы провязываем по рисунку без прибавлений. Провязали один круговой ряд без прибавлений и теперь вяжем снова с прибавками. Маркер перекидываем. У крайней, вот у нас провязанная петелька, и вот пониже забираем боковую стеночку петли, провязываем лицевой, довязываем снова до маркера все петельки, довязали до маркера, захватываем стеночку у петли, закидываем на спицу, провязываем лицевой. Мы прибавили еще 2 петли. Маркер перекидываем. Далее вяжем снова до следующего маркера по рисунку. Снова дошли до следующего маркера. Маркер перекидываем. И в этом ряду на этой стороне тоже делаем прибавочку на ластовице. У петельки забираем стеночку. Крайнюю. Провязываем лицевой. Вяжем лицевыми петельками до маркера. Довязали. Также забираем у петельки стеночку, закидываем на спицу и провязываем лицевой. Все. Теперь довязываете этот ряд круговой с прибавками и потом сразу же еще провяжите один ряд без прибавок по рисунку. Снова провязали круговой ряд без прибавок и добрались до прибавочного ряда. Также прибавляем, маркер перекинули, сбоку забираем петельку, полупетлю, так сказать, стеночку петли, провязываем лицевой и все петельки вяжем лицевыми до маркера. Довязали, забираем стеночку петли, закидываем на спицу, провязываем лицевой, маркер перекидываем, вяжем по рисунку до этих маркеров. Снова дошли до следующих маркеров, маркер перекидываем и делаем снова 2 прибавки. За крайнюю петельку хватаем, за стеночку, провязываем лицевой, провязываем ластовицу лицевыми петельками до маркера, забираем стеночку у петли, провязываем лицевой, маркер перекидываем, вяжем, довязываем этот ряд, вот довязываем этот ряд и провязываем еще один круговой ряд без прибавок. И последний раз прибавляем. Маркер перекидываем. У петельки одну сторону забираем, провязываем лицевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот тоже 9-ю петельку забираем сбоку, одну сторону провязываем, 9 петель у ластовицы. Маркер перекидываем, довязываем по рисунку до следующих маркеров. Снова дошли до маркера, маркер перекидываем, делаем прибавки. Сбоку забираем одну сторону у петельки, провязываем лицевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 9-ю петельку тоже забираем сбоку. Провязываем как лицевой. 9.
Тоже у нас здесь на ластовице 9 петель и с этой стороны 9 петель. Довязываем по рисунку. Ряд этот довязываем. Закончили этот ряд. Начинаем новый ряд. Довязываем до маркеров. Это у меня так, я все отмечаю. Это у меня 20 ряд. 3 изнаночные, 3 лицевые у меня идет по рисунку. Довязали до ластовицы. Маркер убираем. Петли ластовицы переснимаем на булавочку. 9 петель. Так, давайте по-другому поступим. Обратно провяжем их и в обратном направлении переснимем. По-другому решила немножко сделать. Так, вот их провязываем 9 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Решила улучшить, но не подготовилась. Неправильно я вам сделала, показала. Не получится улучшить тут. По старому методу буду вязать. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все. Переснимаем. На булавочку. Пересняли. Вот петельки мы пересняли, маркер убираем, и теперь вот эти все петельки до ластовицы переснимаем на дополнительную спицу. Можете на ниточку, как вам удобно, кто как привык. Запомните, в каком ряду вы здесь остановились, чтобы потом продолжить рисунок. Но рисунок он не сложный, тут не запутайтесь. Смотрите, вот тут дорожки идут, вот эти вот изнаночные дорожки. Сколько вот их? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 дорожек. Значит, по рисунку тоже вот здесь как лицевой ряд идет. Значит, потом идет 3 изнаночные, 3 лицевые, чтобы 6 дорожек тоже образовалось. Рисунок очень легкий. Все, дошли мы до ластовицы. Маркер убираем. И петельки ластовицы переснимаем на булавку. 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все. Пересняли. Маркер убираем. Вот ластовицу мы вывязали с двух сторон. Вот она вот такая вот получается. Вот так вот потом сошьем ее. И что? Все. Теперь нужно вязание замкнуть в круг.
Рисунок соблюдайте. Леску можете вытянуть в одном месте или в двух местах, как вам будет удобнее. Я в двух местах вытянула и замыкаем в круг. Сейчас будем отдельно вязать штанину. Вначале одну закончим, потом перейдем на следующую. Вот у нас ниточка и начинаем ряд. У меня идет 3 изнаночные, 3 лицевые. Можете, где начало ряда у вас будет, можете повешать маркер, чтобы не путаться. В общем, вот так вот замыкаем и продолжаем вязать по кругу. Соблюдаем рисунок и для обозначения ряда повешайте маркер, вам так будет удобнее. Я связала одну штанину. Сейчас вот смеряем. Так. 18,5 сантиметров. Теперь будем вязать манжетик. Спицы я взяла чулочные номер 3,5. Через каждые 4 петли будем убавлять. Будем вязать резинку лицевая и изнаночная манжетик. Лицевая, изнаночная, лицевая. Изнаночная. Вот провязали 4 петли, убавляем. У нас тут изнаночная, значит убавляем 2 петли лицевой. Убавили. И снова продолжаем. 4, провязываем 4 петли, убавляем. 1, 2, 3, 4. Убавка. Убавляем 2 петли. И так до конца ряда. Через каждые 4 петли убавляем. У нас на спицах образовалось 40 петель. Продолжаем вязать резиночку лицевая и изнаночная. Какой длины манжетик хотите, выбирать вам. Хотите, чуть-чуть свяжете. Вернее, если длинный свяжете, можно его загибать, как двойной делать. Хотите одиночный такой, просто маленький манжетик связать? Малыши растут быстро, я вам лучше рекомендую связать подлиннее манжетик и первое время как загибать манжетик. В общем, вяжем длину манжетика самостоятельно. Я провязала резинку 20 рядов. Это так. 8,5 сантиметров. Теперь свяжем 2 ряда патентной резиночки. Маркер я повешала для обозначения кругового ряда, начала ряда, где, чтобы не ошибиться. Ну, это для удобства. Начинаем. Лицевую провязываем, как обычно, а изнаночную снимаем нить перед работой. И так до конца ряда. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нить перед работой. И так до конца ряда. Второй ряд.
Во втором ряду будем лицевую снимать нить за работой, изнаночную провязываем за заднюю стенку. И так до конца ряда. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Вяжем до конца ряда. Все, мы провязали два ряда патентной резиночки. Это для того, чтобы у нас край не был потом расхлябанный. Теперь будем обрежем ниточку, обмотайте вот 4 раза, 4 круга вот так сделайте. 2, 3, 4. И чуть-чуть еще оставьте. Обрезаем. И будем сшивать иголочкой ниточку, вставляем в иголочку. Кто ни разу не сшивал, лучше рекомендую вам потренироваться на образце, но я постараюсь более подробно показать. У нас ниточка идет от изнаночной петли. Мы будем сшивать попарно. К нам стороной, которая лицевая сторона, нужно будет сшить 2 лицевые. С изнаночной стороны также нужно будет сшивать 2 лицевые. Но при этом нужно стеночки лицевых разворачивать, чтобы не было перекрещенной петельки. Итак, вот у нас ниточка идет от изнаночной петли. На изнаночной стороне она как лицевая. Значит, с изнаночной стороны нам нужна лицевая петелька. Ну, с этой стороны она как изнаночная. Значит, на спице она идет как вторая. Так, мы проводим иголочку, заводим сверху в петлю. В середину петли и прошиваем. Прошили. Теперь идем на лицевую сторону. Нам нужно сшить 2 лицевые. Вот эту лицевую нам нужно развернуть. Мы снизу заводим иголочку в середину петли. Снимаем ее, держим на иголочке и сразу же прокалываем иголочку в середину петли лицевую петельку. Вот надо, чтобы у нас получалась вот такая косичка. Все, прокололи середину петельки лицевую, прошиваем. Подтяните здесь край сразу же. Прошили. Теперь нужно прошить 2 лицевые на изнаночной стороне. Иголочку заводим снизу петли. Вот таким образом. Снизу заводим в середину петли. Первая, которая у нас стоит. Снимаем ее со спицы и сразу же заводим в лицевую следующую петлю сверху. Вот таким образом. Сверху так заводите и прошиваете. Прошили. Теперь с лицевой стороны. С лицевой стороны снизу заводите иголочку. Нам нужно развернуть петельку. Снизу завели иголочку. Сняли эту петельку и сразу же следующую лицевую захватываете сверху.
Так, заводите иголочку сверху. Все, видите, у нас образуется косичка. Прошиваете. Прошили. Сильно не затягивайте, а то край будет такой стянутый. Свободно. Не свободно, а как положено, немножко подтяните, и все, достаточно. Не затягивать, не расхлябанно, держать не нужно петельки. Теперь с изнаночной стороны мы прошиваем 2 лицевые. Снизу сейчас покажу вам. Снизу, как обычно, вот как я с первых петель показала, так до конца ряда и идете. Снизу захватываете петельку, снимаете ее со спицы. Следующую лицевую сверху заводите иголку, прошиваете. Теперь на лицевую сторону идем. Также снизу захватываете, снизу, сверху следующую петлю прошиваете. С изнаночной стороны. Снизу сняли, следующую лицевую сверху заводите, прошиваете. На лицевую сторону идете, снизу снимаете, следующую сверху прошиваете. Снова с изнаночной, снизу снимаете, сверху проводите в серединку петли, прошиваете. На эту сторону идем, лицевую снизу захватываете, следующую лицевую сверху прошиваете. С изнаночной стороны снизу захватываете, снимаете, следующую лицевую сверху иглу заводите, прошиваете. Видите, какой красивый край получается, как обработанный. Заканчиваем самостоятельно. Вот она, у нас осталось 2 петли. Лицевую, ну, изнаночной мы закончили, с изнаночной стороны вернее. Лицевую также снизу захватываем. И нам нужно соединить с лицевой. Вот у нас лицевая дорожка, да? И вот эта петелька, с которой мы должны соединить. Но та сторона, с которой мы должны соединить, она спрятана вовнутрь, да, немножечко. Поэтому ее немножко так разверните, найдите эту сторону, с которой вы должны соединить.
Вот перемычка, на которой вот эта петелька, да, вот перемычка. И вот пониже я вот, видите, уже как вытащила в ту сторону. Вот она, эта косичка. И вот за эту сторону то мы должны соединить лицевую. Лицевая с лицевой. Изнаночная тут попроще. С изнаночной стороны захватывайте одну сторону. Все, подтяните тут, сильно не затягивать. Все. И теперь прячем сразу конец нити, чтобы он не болтался, в полотно. Вот вдоль косички я провожу вот так, подтягиваю. Петельку делаю. Все аккуратно, тихонечко тяните, чтобы у вас край не сжался тут. Придерживайте ниточки. Ну и узелочек надо затянуть, постараться. И еще вдоль линии вот так пройдитесь, вдоль косички. Так-то у нас, ну, загибаться будет первое время. Можете, конечно, и по этой стороне идти. А, ну, вообще-то потом таким образом будете носить. В общем, с какой стороны захотите хвостик прячьте. Я с внутренней. Не особо и видно. И достаточно. Всю ниточку обрезаем. Вот наш манжетик, вот наш край. Видите, какой обработанный, красивый, аккуратный. Так что постарайтесь для малыша. Такой двойной манжетик. Ну, давайте приступим ко второй штанине. Подготовьте спицы номер 4,5, которым мы вязали штанишки. И вот смотрите, вот у нас будет начало ряда. Конец ряда совпадает с началом. Ну, рисунок я имею в виду, да? Вот он полностью идет лицевой у нас. И тут начало лицевой. Значит, крепим ниточку с этого края. Так, мы потом ластовицу сшивать будем, да? Давайте оставим сразу же побольше конец нити, ну, чтобы нам сшить потом этот край. Ну, примерно вот так вот, да? И завяжем здесь, чтобы уже точно никуда не сбежала. Начинаем вязать по этому краю. Вот смотрите, у нас лицевой ряд, да? Вот тут 3 изнаночные дорожки, как обычно, 1 2 3 4 5 6, нам надо 6 дорожек, да? Лицевой ряд, значит, мы начинаем с 3 изнаночных, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые.
Нить берем от клубка. Спицы номер 4,5. Первую петельку можно снять и продолжаем. Получится 2 изнаночные и по рисунку 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 изнаночные. 1, 2, 3. И продолжаем. 3 лицевые, 3 изнаночные до конца ряда. Кромочную провязали лицевой и продолжаем круговой ряд. Можете повешать маркер. Это у нас как начало ряда будет, да, чтобы не путаться. И продолжаем. 3 изнаночные. Так, стоп, путаю вас. Это у нас уже следующий ряд. Это значит идет лицевой ряд, да, потому что мы начинали тут 3 изнаночные, 3 лицевые. Это уже новый ряд, значит, на следующий ряд идет просто лицевой. Замыкаем в круг. Вот, замкнули в круг, все. Довязываем этот ряд лицевой. Далее начинаем 3 изнаночные, 3 лицевые, ну, как обычно по рисунку. Думаю, что не запутаетесь. Продолжаем вязать штанину точно такую же, как и вот первую. Самостоятельно заканчиваем. Все, теперь нам осталось сшить ластовицу. Я постараюсь очень так тщательно вам показать, чтобы у вас все получилось. В общем, переносим петельки на спицы. Обратите внимание, расположение петель у меня какое. И начинаем сшивать. Вот у нас идет ряд. Вот эта петелька. Мы ее захватываем сверху. Вот эту петельку одну сторону и со спицы проводим иголочку снизу в серединку петли, вот таким образом, и прошиваем. Переходим на следующую сторону. Вот у нас тут по рисунку немножко не видно, где тут ряд. Захватываем вот эту петельку одну сторону сверху, со спицы прокалываем петельку снизу, вот таким образом прошиваем, сшиваем по лицевой глади, да, каждую петельку будем прошивать по 2 раза. Теперь вот эта петелька у нас прошита 1 раз, мы сверху заводим иголочку. Снимаем эту петельку, сверху завели и снизу, вот с этой стороны, снизу прокалываем иголочку и прошиваем. Прошили. Идем на другую сторону. Вот эта петелька у нас прошита уже 1 раз. Мы ее сверху заводим иголочку, снимаем. Следующую петельку снизу заводим иголочку, снизу в серединку петельки завели, прошили. Переходим на другую сторону. Эта петелька у нас 1 раз уже прошита. Сверху заводим иголочку, снимаем эту петельку и сразу же следующую петельку снизу прокалываем иголочкой, выводим иголочку в серединку петельки и прошиваем. Прошили. Натяжение нити контролируйте самостоятельно. Переходим на следующую спицу. Эта петелька у нас 1 раз уже прошита. Заводим иголочку сверху в серединку петельки, снимаем ее со спицы. Следующую сразу же петельку в серединку петли проводим иголочку
и прошиваем. Прошили. Переходим на следующую сторону. Вводим иголочку сверху, снимаем петельку и сразу же захватываем петельку снизу, заводим иголочку вот таким образом, проводим, прошиваем. Переходим на следующую, на другую сторону. Заводим иголочку сверху и сразу же следующую петлю проводим иголочку, прошиваем в серединку. Серединку петли. Прошили. На следующую спицу переходим. Заводим иголочку сверху, снимаем петлю и сразу же заводим в петлю, в середину петли, иголочку, прошиваем. На следующую сторону идем. Сверху заводим иголочку, снимаем петельку. Сразу же в следующую петельку проводим иголочку, серединку петельки, прошиваем. На следующую сторону идем. Сверху заводим иголочку, сразу же следующую петлю снизу, так захватываем, снизу проводим иголочку, прошиваем. На следующую идем спицу, сверху заводим иголочку и сразу же следующую петлю снизу. Прошиваем. Со следующей спицы сверху, снизу. На следующей спице сверху снимаем, снизу. Прошиваем. На следующую спицу идем. Сверху, снизу. Со следующей спицы сверху снимаем петельку, снизу. Со следующей спицы сверху заводим иголочку, снизу. Со следующей спицы сверху заводим, снизу. Теперь сверху снимаем эту спицу, можете протянуть, и вот здесь ищем по ряду петельку. Ну, у нас тут рисунок плохо видно, да? Сейчас разверну немножечко тут. Вот у нас рядочек, да, идет. Вот так, рядочком. И вот эту петельку, которая по ряду, по рисунку, вот, мы ее снизу захватываем, прошиваем. Эту петельку тоже сверху прошиваем. Прошили. И вот у нас идет по рисунку, вот по рядочку, да, сверху, и вот снизу захватываем одну сторону, прошиваем, все, выводим на изнаночную сторону и там закрепляем ниточку.
Вот у нас что в итоге получается. Контролируйте натяжение нити самостоятельно. Ну, вот. На изнанке закрепите ниточку, обрежете. Все хвостики тоже убираете, шнурочек вставляете. Вот и все, мы молодцы, мы справились, у нас все получилось. Малыш будет у нас модничать в штанишках новеньких. У меня ушло два мотка, ну в две нити я вязала, вот два мотка и ушло. Вот все, что осталось от двух мотков. Шнурочек я связала другим цветом. Мы уже с вами вязали шнурочки. Кто не вязал со мной, можете перейти в плейлист хитрости вязания, и там подробно я объясняю, как связать шнурочек. Я уже не буду повторяться, там найдете. Ну что еще? Все на этом. Думаю, что вам понравилось со мной вязать. Если понравилось, ставим пальчики вверх. Это небольшая благодарность для меня. Ну а кто хочет дальше со мной вязать, подписывайтесь, ставьте на колокольчик, и вам будут приходить новые уведомления, что я там еще навязала. На этом все. Пока-пока.